Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду играть в новую прикольную мини-игру, которая называется Slime Survivor. Вот, в этой мини-игре нам придется спасаться вот от таких вот злых слизняков, которые должны будут нас догнать и попытаться уничтожить. Вот, сейчас, в общем-то, выберутся игроки, вот они, и, короче говоря, я вам предлагаю уже начать убегать, потому что они сейчас 100% побегут за мной и будут пытаться меня уничтожить, вот. На самом-то деле, мы в похожую мини-игру уже играли примерно 3 или даже 4 месяца назад. Помните, да, там был такой новогодний мини-режим, где было все то же самое, только в вместо слизняков были снеговики. Ой, нифига себе, там слизняк, нужно быстрее от него убегать. Да ну его нафиг, сейчас главное с этими слизняками не встретиться, и все будет хорошо. Кстати говоря, я вам также не сказал, то что в этом мини-режиме есть очень крутая фишка, которая заключается в том, что, блин, меня заморозили. Вот, видите, да, сейчас нам придется ждать своих союзников, пока они к нам прибегут и постараются нас разморозить. Вот, по-другому мы вообще никак не сможем выбраться с этого, так сказать, слизняка. Вот, мы просто будем всю игру здесь сидеть. Чё ты тут бегаешь, какашка? Давай, проваливай. Надеюсь, сейчас вот эти мои союзники ко мне прибегут и постараются меня спасти, потому что я реально не хочу проигрывать. Неужели им так сложно меня спасти? Пожалуйста. Союзники, о, отлично, ко мне пришли мои друзья, которые меня вылечили, да, теперь я смогу дальше продолжать бегать и пытаться победить, отлично. В принципе, я вам предлагаю сейчас тоже спасти своих союзников и тоже попытаться как-то помочь нашей команде. Вот, я вижу в той стороне очень много этих самых наших союзников, которые попали в ловушку. Поэтому сейчас я вот так вот прибегу и постараюсь их излечить. Так, 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 отлично, одного полечил. Сейчас второго вылечу. Да, отлично, и мне кажется, пора убегать, пока меня самого, короче, не поймали. О, да, это было круто, ребята, вы это видели? Так, давайте втихаря сейчас вылечим всех остальных игроков. И, о нет, около меня бегает слизняк. Нужно быстрее от него убегать, пока меня не убили. Так, давайте вылечим вот этого игрока. И пока что у нас все идет очень хорошо. Наша команда довольно-таки дружная, все друг другу помогают. И это очень круто. Вот, я вижу вон в той стороне целых 3 наших союзника, которые там застряли. И мне кажется, им нужно помочь. Вот, а то как-то нехорошо будет, если я выиграю. А они там, короче, так и будут сидеть в ловушке. Поэтому сейчас мы, как настоящие ниндзи, прибежим. О, нифига себе, вы это видели? Около меня прямо пробежался этот слизняк, и это не особо хорошо. Я вам предлагаю сейчас вылечить последнего нашего союзника и куда-нибудь уже убежать. Так, осторожненько вылечиваем этого, и все, бежим, ребята, отлично. Пока что у нас реально все идет очень хорошо. Мы вылечили очень много союзников. И поэтому... О, нифига себе, за мной какашка бежит. Нужно быстрее от него оторваться, пока он меня не поймал. Поэтому, уху, летим. Отлично. Я прилетел к нашему союзнику, поэтому я думаю, мы вместе с ним вдвоем сейчас будем здесь сидеть и пытаться выиграть. О, нифига себе, к нам пришли. Офигеть, конечно. Ну ладно, пожалуй, пока что я убегу. И да, ребята, мы выиграли. Прикиньте. Это была очень крутая игра, поэтому предлагаю вам сыграть еще одну. На этот раз нам попалась новая карта, она довольно-таки прикольная, поэтому сейчас этот слизняк выберет 3 игроков, которые будут нас искать. Так, первый игрок найден, второй тоже, получай, какашка, и третий игрок будет... кто? Я? Нет, только не это. Ну ладно,
сейчас я этих всех игроков найду и покажу, кто самый крутой. Хопа, отлично, я сразу же заморозил одного игрока, поэтому предлагаю вам побежать вон в ту сторону, потому что где-то там я видел, находились игроки. Так, ага, вот он где бегает, смотрите, хочет от меня, наверное, скрыться, но нет, у него это не получится, сейчас я его догоню и уничтожу. Слышь ты, ты куда побежал? А ну-ка стоять, какашка, сейчас я запульну в тебя мой слайм, и ты получишь, получай! Блин, он все-таки увернулся, вот ведь какой хитрый! Ну ладно, ничего страшного, а ну-ка сейчас мы вот этого игрока перехватим, и да! Отлично, мы его заморозили, поэтому на самом-то деле от него нежелательно куда-то отходить, лучше всего я буду стоять около него и пытаться как-то, в общем-то, не давать ему уйти, вот, потому что в любой момент к нему может прибежать вот этот какашка, который его вылечит. Нет, как так-то, это что за фигня, получай тебе, да, я его опять заморозил, и поэтому нет, игрок, у тебя ничего не получится, сейчас я в тебя тоже запульну слайм, и, блин, промазал, ну ладно, ничего страшного, сейчас он у меня появится, и на этот раз я не промахнусь, нет, я промахнулся, да как так-то, почему ты такой уворотливый, нет, я тебя не отстану. Я буду бегать за тобой всю игру, пока тебя не поймаю, потому что ты вообще офигел, игрок. Понял, да? Блин, опять промазал. Да что ж такое-то? Почему ты такой хитрый? О, нифига себе! Он сам попался в мою ловушку. Вы это видели? Ха! Сейчас я думаю, буду охранять вот этих трех игроков, которые уже поймались, которые сидят в ловушках, чтобы их никто не вылечил. И, о, нифига себе, на меня какую-то паутину скинули. Это кто сделал? Нифига себе. Вот это прикол, конечно. По-моему... О, нифига себе, там игроки. Да. Я заморозил еще одного игрока. И это очень хорошо, ребята. Нам осталось уничтожить всего лишь-то трех игроков. И тогда мы сможем выиграть. Давайте, мы просто обязаны поднажать и победить. Так, где, интересно, находятся эти самые последние игроки? Пока что я никого не вижу. Интересно. Ну, наверное, он где-то прячется в каком-то очень маленьком помещении, поэтому давайте попробуем его где-то найти. Так, тут его нету, тут тоже. И что же теперь делать? Может быть, он в этой комнате? Нифига себе, кстати говоря, это, мне кажется, очень хорошая позиция, где бы можно было спрятаться. Я думаю, в следующей игре, если мне попадется эта карта, я обязательно там спрячусь и постараюсь победить, вот. И, короче говоря, я вообще не понимаю, где находится этот самый последний игрок, и он, короче, выиграл. Нет, как так-то? Или стойте, мы победили? Да, все-таки мы смогли выиграть, и это очень круто, я уже победил 2 раза подряд, и поэтому предлагаю вам сыграть еще одну игру. Ну что же, сейчас я надеюсь, этот слизняк выберет не меня, все нормально, и я наконец-то смогу где-нибудь спрятаться и как-нибудь прикольно потроллить этих самых слизняков, вот, потому что я уже как-то наигрался за команду слизняков, поэтому все, давайте будем искать какое-нибудь прикольное место, пока что я что-то вообще ничего не нахожу, и, кстати, интересно, а можно забраться вот на этот корабль? Это было бы очень круто, но нет, к сожалению, туда нельзя пройти, и поэтому, окей, придется нам искать место где-то здесь. Ну ладно, я, в принципе, могу спрятаться вот здесь. Смотрите, ребята, нифига себе, это довольно плохое место, мне кажется, потому что как-то, ну реально, здесь всего один блок, и мне кажется, любой слизняк туда заглянет, и это будет нехорошо, если он меня там увидит, поэтому
Луне. Я лучше там прятаться не буду, буду просто бегать по карте и пытаться от них как-то уворачиваться, потому что это довольно-таки прикольно и весело, вот. Поэтому так, вон там вот я вижу какие-то ботиночки, я их подберу, и теперь я быстро бегаю. Юху, это прикольно, это реально очень хорошо, поэтому я вообще не понимаю, где все эти охотники могут находиться, потому что я уже всю карту оббежал и никого не нашел. Это очень странно, ребята. О, нет, вот они, смотрите. Ух ты, нифига себе, их там на самом-то деле очень много, поэтому, пожалуй, я от них пока что убегу, да. Окей, у меня есть стена, которую я сейчас поставлю. Смотрите, ребята, я сейчас затроллю этого слизняка. Опа, получай, да. Это было очень круто, видали? Я просто взял, поставил стену, и он, короче, встал там, застрял, и все. О, да. Теперь у меня есть вот такой вот снежок. Пока что я не особо понимаю, что он делает, но давайте как-то попробуем его протестировать. А ну-ка, получай, какашка. Ух ты, нифига себе. Это снежок, который, короче, генерирует эту самую паутину. О, нифига себе. Блин, ребят, меня все-таки смогли найти, и теперь я тоже должен буду искать этих самых игроков. О нет, только не это. Остается 5 секунд, и мы проиграли. Как так-то? Блин, очень, конечно, обидно. Ну ладно, зато мы целых 2 раза победили, а это, как по мне, очень круто. Поэтому на этом я уже буду заканчивать. Если вам понравилось это мини-игра, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и тогда я поиграю в нее еще разок. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!